Бескиді. Давно була з милим на бесіді. Рада би я ту водицю пити. Рада би я з милим говорити. Казав милий, що мене попросить. Як на горі пшеницю покосить. Він покосить, вже осінь минає. Він ся женить, а мене лишає. Він покосить, вже осінь минає. Він ся женить, а мене лишає. Українська народна пісня. Вона зачаровує та надихає, дарує настрій та розважає. Це душа народу. Вона настільки багатогранна, що знайдеться мотив до кожної миті життя. Саме через пісню люди висловлювали власні почуття та розповідали про своє буття. Минає час, проте і сьогодні українська народна пісня лунає в кожному куточку країни. І Селидове не є виключенням. У нас есть коллектив, народный коллектив «Вокальный рябинушка», в котором около 12 человек. 12-13, кто уходит, то приходит. Вот. И однажды мы решили спеть песню. Кстати, первая песня была, это песня «Будь помеж нас». Начали дуэтом петь, потом присоединился третий голос, вроде как звучим. Ну и так образовалась трио гармония. Вот где-то около 2 лет мы так вот и творим. Репертуар каждый из нас вносит свою лепту. Значит, услышали, понравилось, ага, ложится на 3 голоса, красиво звучит, ложится под голоса, все, берем, берем, берем. Получились, сложили, получилось, спели. Ну, все легко и просто. Ну, и, конечно, душой. В песне обычно мы сердцем чувствуем, должны прочувствовать песню, по смыслу должна песня ложиться. Ну, тогда это наша. Наша, значит, мы берем это в репертуар. Я фактически с ними не работаю. Вот мы пришли, мы друг друга понимаем с полувзгляда, с полуслова, я не знаю, как с полноты, я не знаю, как выразиться. Почему, в принципе, такое название – гармония. Все гармонично, все складно, все хорошо. Золоті луги ведуть у небо край. Заплакані стоять, прощати було їм сина, а він героєм став, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Плаче, сина все чекає, такого вже його душа, мам. Я бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Я появилась в коллективе с основания этого коллектива. Я занимаюсь музыкой с детства, пою с детства.
У меня очень большой репертуар. Любимых песен особо нет. Я люблю все песни. Пою тематические песни, и народные, и авторские песни. Пишу песни. Сейчас у меня подрастает сын, который начинает петь. Для него я начинаю писать песни. Ну, это создается, начинает создаваться детское трио. Для них я тоже начинаю писать не только песни, обработку. Не було, ну і вже нема, бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже. Сина все чекає, та Бога вже його душа, мам. Я в полю за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Работаю медиком, я в лабораторії работаю акушеркой. Вот. Люблю петь. И мы с мужем все концерты, мы, конечно, ни единый концерт в городе не пропускали никогда. Вот. И был День шахтера, это был, по-моему, 2015 год. И мы стояли возле сцены, и я перепела с народным ансамблем все песни. Я знала все слова, я пропела все мелодии, я сорвала голос. А потом мне позвонила одна участница коллектива, ну то есть мы работали вместе. Она говорит: последний раз предлагаю, приходи в коллектив. Я говорю: я соглашаюсь. Я прошла, пришла Юлия Степановна. Она меня даже не прослушивала почему-то. Ну, как сказали, влилась с первой ноты. Пролягла дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна. То чому згубився мій самотній слід, знаю я одна Зимна осінь ще той слід листям не накрила, бо до тебе навесні я повернусь, милий. Мої руки ти візьмеш знову свої руки, і не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки. Не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз. Пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас. Бо твій голос щедра поні, димов колос, зелен колос, нею повен. Жовтий лист паде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Ми імпровізуємо однозначно, кожен теж свою репту носить. Сказати, що я прямо сказала, отак будемо петь, ні, такого не буває. Кожен носить свою лепту в пісню.
кто-то предложил, давай здесь вот это сделаем вокализ, а здесь вот давай здесь какие-то хлопочки сделаем, а здесь какую-то расходочку, а здесь что-нибудь там отрежем с фонограммы, свою что-нибудь прилепим. І получається. Світ листям не накрила, бо до тебе навесні я повернусь, милий. Мої руки ти візьмеш знову свої руки, і не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки. Не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз пісню ту. Візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас. Бо твій голос щедра полінь, ти, мов колос, зелен колос, з нею повен. Жовтий лист паде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Ну, наверное, народная песня, она всегда особенная. Своей красотой, своей изящностью. Есть люди, которые поют душой, но уже при количестве певческого опыта, уже, наверное, можно сказать, что они достигли тех музыкальных знаний, которые имеют профессионалы. Я в душе человек ответственный. Прихожу на репетицию, и с первых нот настроение поднимается, и забываешь о проблемах, забываешь о болезнях, забываешь обо всем. Потому что песня, ну, я не знаю как. Песня – это жизнь, это вторая жизнь. Вот. У меня большая семья, и как бы я тоже, мне было сразу неудобно говорить внукам, что бабушка ходит петь песни. Теперь меня все выгоняют. Бабушка, какой будет концерт? Какие песни будете петь? И заказывают. У нас есть любимая песня. Oh!
репертуаре трио более 30 песен на данный момент. Коллектив «Живет» защитили звание народного. Мы выступаем везде. Мы выступаем на конкурсах, на региональных, на всеукраинских, на областных конкурсах. Мы уже третий или четвертый раз вот планируем, по крайней мере, взять участие в Покровске «Черное золото Донбасса». Нам нравится этот конкурс, «Весня про шахтарив». Вот, исполняются о родном крае, мы всегда готовимся к этому конкурсу. Мы выступаем перед военнослужащими, мы выступаем в городе, на сцене, на больших праздниках. Мы выступаем, в Камышовке выступали, в интернате. Мы выступаем и в Остром. Конечно, мы переживаем, не только, я хочу сказать, на конкурсе, на каждом концерте мы переживаем. Перед выходом на сцену мы всегда переживаем, потому что это нормальное явление. Вот. Но да, глаза зрителей нам, конечно, помогают. Начинаем петь, начинаем расковываться, и все получается. На город спускается вечер, и звездочки в небе горят. Со мной уж не ищешь ты встречи, и первым отводишь свой взгляд. Ах, ночь, голубая ночь, сколько на небе звезд, столько в начале мая, ты не приносишь слез. «Голубая ночь» — это песня народная, поется душой, солирую душой. Любим, поем эту песню. Песня «Голубая ночь» — это песня про то, как парень бросил девушку. В голубую ночь она страдает. В песню, наверное, вкладывается душа, вкладываются события. Я, например, знаю по себе, что песни можно рассказать обо всем. Иногда даже когда душа плачет и кричит, об этом тоже можно рассказать в песне. И тебя услышат. Я считаю, что песня это очень много. Якщо ви творча та неординарна особистість, якщо живете музикою і створюєте її самі, запрошуємо вас взяти участь в музичному проєкті «Йо-бемоль» телекомпанії «Орбіта». Дивіться нас в ефірі, а також на нашому сайті orbita.dn.ua. Столько